Вот так буду сидеть. Вот так буду сидеть. Да не, ну пахнуть, ну тут свободно, что ты за братана. Всем привет, меня зовут Алина, я ведущий инженер компании Шиберг. И сегодня мы с вами поговорим о решетках для декоративных покрытий. Это модели Профи, Оптимум и Технопро. Я сделаю краткий обзор на эти решетки, расскажу об их преимуществах, особенностях, о том, как они устанавливаются и под какие системы вентиляции они подходят. И первая модель на нашем сегодняшнем обзоре – это решетка Профи. Данная модель предназначена для установки в декоративные покрытия. Это плитка, мозаика, керамогранит, ламинат. Она, кстати, выдерживает вес человека. Данная модель решеток используется в системах вентиляции. Это и естественная вентиляция, и принудительная вентиляция, то есть использование приточно-вытяжных установок, а также в редких случаях и системы кондиционирования. Для того, чтобы использовать данную модель для канальных систем кондиционирования, достаточно просто увеличить ширину щели с 10 мм до 20 мм, что позволит увеличить пропускную способность решетки в 2 раза, при этом сохранив минимальные размеры решетки. Отличительной особенностью этой решетки является точная регулировка, которая позволяет выстроить высоту самой решетки так, чтобы центральная часть и уровень пола были вровень. Вторая модель на нашем сегодняшнем обзоре – это модель Optimum. Отличается она от предыдущей решетки Profi тем, что у нее есть металлический бортик, что позволяет данную решетку устраивать на этапе чистовых работ, когда у вас уже уложен пол или уже нанесена декоративная штукатурка. Вы можете просто вклеить эту решетку в монтажное отверстие, а в центральную часть, в лоток, ставить декоративное покрытие или вставить гипсокартон и нанести туда декоративную штукатурку. По размерам то же самое. Размер решетки также зависит от необходимой пропускной способности и также может достигать 2 метров в длину и 20-30 сантиметров в высоту, если это требуется. Что касается технических характеристик, то технические характеристики решетки Optimum не отличаются от модели Profi. И последняя модель на нашем сегодняшнем обзоре, но не последняя по значимости, это модель Technopro. Данная модель решетки имеет в своем составе встроенный вытяжной вентилятор, что позволяет использовать ее в санузлах, кухнях, кладовых помещениях для организации принудительной вентиляции. Данная модель решетки также предназначена под декоративные покрытия, устанавливается, как правило, в стены из плитки. А также у нас огромный штат специалистов, который всегда поможет вам в выборе размеров решетки, модели решетки и также подскажет по всем интересующим вас вопросам. Также у нас есть каталог. Если вы его еще не видели, обязательно скачивайте, ссылка будет в описании. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Мы очень будем этому рады. До новых встреч!